Мы уничтожили ублюдка. И все же не он несет ответственность за смерть твоих ребят. Прости, дружище. Имран Захаев, да? Человек-призрак. По данным разведки, он залег на дно. У меня есть план, как найти его. Слушаю. Папенькин сынок. Сын Захаева. Лидер сепаратистов на этой территории. Яблочко от яблони недалеко падает. Комаров знает, где находится парень. И этот ублюдок знает, где найти Захаева. Грехи отцов. Вот свалота, а? Это самое лучшее. Контрольный пункт блин по курсу. Неплохо, Комаров. Все должно пройти гладко. Хищник 1-6, мы на позиции. Б-6, говорит Хищник 1-6. Работают генераторы помех. Даю разрешение открыть огонь по пункту караула. Конец связи. Соул, занимай позицию на баке и приготовься по моему сигналу нейтрализовать охранников в башне. Остальные за мной. Пошли, пошли, пошли! Выходим. Хорошо, что ты здесь, потому что на русского ты, ну, никак не тянешь. Б-6, на связи Хищник 1-6. К вам направляется вражеская колонна. Вижу 6 машин. Конец связи. Вас понял. Не открывать огонь до моего сигнала. Вижу цель в третьей машине. Прямо сейчас прохожу мимо нее. Вас понял. Всем ждать сигнала. Объект находится в джипе перед БМП. Он нужен нам живым. Смотрите, куда стреляете. Ждите. Ждите. Поджарим их. На северо-запад от свалки. Взять его, живо, живо. Так, объект движется на север.
Направляется к окраине города. Внимание, этот квадрат кишит вражескими силами. Конец связи. Прекратить огонь! Прекратить огонь! Этот парень нужен нам живым. Цель снова уходит. Слева есть переулок. Оттуда вы сможете отрезать его путь. Блин, мы его потеряли. Движется на север. Направляется к окраине города. Внимание, этот квадрат пишет вражескими силами. Конец связи. Прекратить огонь! Прекратить огонь! Этот парень нужен нам живым. Цель снова уходит. Слева есть переулок. Оттуда вы сможете отрезать ему путь. Противники с другой стороны железного забора. Два противника с правого фланга. Кто-то есть на крыше. Противник на втором этаже справа. Да, прямо в цель. Один за перевернутым баком. Враг у мусорного бака! К вам приближается враг из переулка слева. Два террориста за углом у зеленой машины. Да, все чисто. Противник направляется через стоянку к пятиэтажному зданию. Хищник 1-6! Мы попали под обстрел! Противник занял позицию на пятом этаже! Вас понял. Первый свободен. Ждите сигнала. Так, все цели нейтрализованы. Можете идти. Группа Б. Цель видите? Прием. Подтверждаю. Объект вошел в пятиэтажное здание. Объект перемещается по северо-восточному крылу здания. Второй этаж. Слева этажом выше. Лестница расположена в северном углу. Цель исчезла в глубине здания. Минуту. Они у меня на прицеле. Все цели нейтрализованы. Можете идти. Перемещение на крыше. Ждите сигнала. Да, цель подтверждена. Объект на крыше. Он в вашем распоряжении. Бросай оружие! Бросай, сказал! Могу выстрелить ему в ногу, сэр! Нет! Мы не можем так рисковать! Не стрелять! Стоп! Хватай руку! У парня проблемы. База говорит Б-6. Сын Захаева мертв. Мы возвращаемся. С
Черт побери! Его сын был нашей единственной зацепкой, сэр. Забудь. Я его знаю. Он этого так не оставит. Идем. Наши так называемые лидеры продали нас Западу. Уничтожили нашу культуру, нашу экономику, нашу честь. На нашей земле пролилась кровь.